трусьют, но мне запретили ей пользоваться, и меня... Триггерит. Меня триггерит от того, что вы от нее так, блядь, то, что она вам так нравится. Ладно, все, не прикольно. Давай. Я говорю, она прикольная, но, блядь... Дестрой. Оно не мое. То есть она по факту, она не моя. Ты пизжу сделать. Я могу сделать пизжу, сука, потому что я... Блять, я с реконами общаюсь, я могу сделать даже подвижные глаза, у меня два друга радиомеханика. Я могу сделать глаза подсветкой, я могу сделать... А за счет чего они движутся? Ты можешь сделать подобие мышц. За счет чего глаза движутся? Моторчики. Моторчики, они как бы поворачиваются. Когда ты поворачиваешь глаза или просто сами? Нет, сами по себе, с пульта. У тебя в пальцах кнопки. Да. Ты можешь даже сделать так, что при открывании пасти будут типа мышцы, как будто злиться, короче, и все такое. Да, я сделаю выдвижные когти. Там будут... Я посмотрел. Там из электроники будут только глаза с подсветкой, остальное механика. Барсумаха. Трава какая-то там в глазу. Да. Это документальная архивная видеосъемка. Слезу не пустил, а? Засранец какой. Музыку можно и потом было наложить. Да не, ну знаешь, тут именно андерграунд, вся херня, типа. Не жалко? Жалко, у пчелки попал. Не андерграунд, а это называется съемки за сценой. Бэкстейдж. Бэкстейдж, да, точно. Ты снял это? Да. Григорий, ясно, что большое погас. Спасибо, что пиздили за кадром. Всегда пожалуйста, приглашайте еще. Да.